Поздравляем вас с праздником Светлого Христова Воскресения. Мы считаем, что сегодняшний праздник – это величайший праздник для всей планеты. И для сегодня России. Здесь у храма Христа Спасителя собрались люди со всей России. Давайте еще раз, вы друг друга не перебивайте, вас должны услышать. Так что как-то по очереди. Давай, скажите, пожалуйста. Первый, нет, ну скажите, вы же сейчас осветили наверняка, да? Да, только что осветили куличи и яички, осветили вместе со всеми россиянами. Будем счастливы сегодня находиться в храме и торжественно отмечать этот праздник Пасху Святого Христова Воскресения. И будем счастливы, что на этом празднике будет присутствовать глава государств наших Дмитрий Анатольевич Медведев, Владимир Путин, уважаемые родные и близкие Светлана Владимировна, Илья Ильич Медведев, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна Бунина. Благословение торжественно будет проводить патриарх Московский, вся Россия Кирилла. Мы поздравляем всех россиян, поздравляем наших уважаемых руководителей. И вам счастья, здоровья, успехов. И самую лучшую поэму «Наше время» посвящаем национальным лидерам Медведеву Путину, «Наша Россия», «Наш президент», «Вас, наша сила», «Право Христос, и честь». Христос воскрес, воистину воскресе, Господь Иисус Христос, Святая Богородица, Великий Святой, процветающий России на века, главным героем России. Поздравляем с Пасхой, Христовым желаем счастья, здоровья, успехов. Скажите, пожалуйста, вы сегодня попадете в храм? Вы знаете, мы мечтаем. Мечтаем попасть в храм. Мы мечтаем. Вот. Мы уже приехали сюда за много часов до начала богослужения. Скажите по очереди, пожалуйста. Мы приехали за много часов до начала богослужения, и мы очень хотим попасть в храм. Сегодня мы будем здесь стоять до самого начала богослужения и будем надеяться, что нам посчастливится попасть на это прекрасное, замечательное богослужение. Что мы, Нестор Метлицкий, выдвинули на второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Да, поздравляем вас, да. И сегодня мы будем со всеми россиянами будем молиться за Россию, за наших национальных лидеров. Поздравляем вас. Спасибо, всего доброго. Мы газета Владимира Федоровича Метлицкий, авторы самого лучшего в мире фильма «Медведев Путин. Мировые лидеры». Все россияне говорят «да» второму президентскому сроку Дмитрия Анатольевича Медведева, самому прогрессивному передовому курсу Медведева Путина, партия «Единая Россия». И счастливы также газета «Любимый президент» и сайт «Нестор Метлицкий. Народ.ру». Дмитрий Анатольевич Медведев, мы вас любим, мы восхищаемся вами. Счастья вам, здоровья. Спасибо вам. Поздравляю. Спасибо вам большое.